друзья, с вами Валерий Хаус и рубрика Retro Games. И сегодня мы будем проходить игру Чип и Дейл. Итак, Чип и Дейл — игра по мотивам мультсериала. Чип и Дейл спешат на помощь, выпущенная японской компанией Capcom для консоли NES в 1990 году. 8 июня она вышла в США и Японии, а 12 декабря в Европе. Итак, нам дается на выбор либо чип, проходить либо чипом, либо Дейлом. Проходить мы будем, естественно, чипом. Поехали. Окей, ребята, у нас новое задание. Наша соседка потеряла своего котенка. Похоже на работу для спасателей. Я сбросаю такие предметы. По уровню они помогут нам в обследовании города. Хорошая идея, Гайка. Дейл, не подведи. Ты, я и Дейл пойдем по следам. Рокки, почему бы вам с Жиком не пройти за одной из механических собак, чтобы мы увидели, что мы видели в парке? Механических собак? Будет сделано, Чип. Итак, вот первый уровень. Ваше оружие — это ящики, всякие предметы, яблоки, гайки, бомбы. Враги в игре довольно разнообразные. Есть много бонусов, секретов. Очень срочно.
кидаем шарик, уворачиваемся. Достаточно, чтобы победить его. Ха-ха-ха, котенок был приманкой, я уже поймал вашу гайку, которая для меня кое-что изобретает в моем казино. Приходите и берите, если она вам дорога. Итак, здесь выбор уровня. Пойдем по порядку, по алфавиту, начиная с буквы А. После каждого уровня такие вот бонус уровни, где можно собрать жизни, значки. Привет, ребята, за меня не переживайте, я в порядке. Пока толстого не было, я послал вам лист карты, которая покажет вам, как меня найти. Кстати, прыгайте на кранах, чтобы пройти через зону Б. Жик поможет. Ой, мне пора. Так, отправляемся в зону Б. Поймать.
эти краны, про которые говорила Лейка. Зону Г. Также осторожней шарами. В Г мы пока не идем, мы идем в зону Б. Одну жизнь потеряли, одну взяли. Что мы можем? Мы можем
на помощь вам пришел. Все, что говорила в прошлый раз. Отправляемся в зону Б. Игрушечный магазин. Если есть такие враги, это ящик красный. Обманка. Thank you.
D. В ней вы сможете пройти по воде. Да, кстати, смотрите под ноги в зоне Е. Так. Идем в зону D. В этой зоне, как вот раньше казалось, один из самых сложных боссов. Почему-то мне так раньше казалось. Thank you.
запарился на том месте. Казино. Вот мы в казино. Здесь нас ждет первая встреча с Толстопузом. Сейчас будет еще 3 дополнительных уровня. Спасибо, ребята. Я знал, что вы сможете.
Толстый удрал, но мы поймаем его на ракете. Обратите внимание на вентиляторы в зоне И. Thank you.
звездочку не взял. Ой, значок один не взял. Битва. Так, финальный раунд, финальная миссия. Самое сложное. Здесь я тратил очень много жизни. Thank you.
Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Пока.